Холодный волновой циклон на несколько дней буквально зависнет над республикой и прольет над нашим регионом сильные дожди. Температура воздуха понизится до 21-23 градусов тепла. Во второй половине недели дожди продолжатся. Они уже будут не такими сильными, будут носить локальный и кратковременный характер. Дневная температура воздуха в эти дни составит 20-25 градусов тепла, ночная – 10-15 градусов. Не удастся избежать дождей и на следующей неделе. При этом температура воздуха существенно не изменится. Между тем, в минувшие выходные отдых в нескольких районах Мариэл был омрачен непогодой. В частности, в субботу вечером, примерно в 15 километрах от Йошкар-Олы, пронесся смерч, который сопровождался градом. Удар стихии пришелся на садовое товарищество «Лесное» близ Куяра и располагающийся рядом детский эколого-биологический центр. По словам очевидцев, весь урожай в садах был побит, на машинах остались микровмятины. Так как град относится к локальным явлениям, то он отмечен на территории республики в субботу местами. Конечно, спрогнозировать град сложно, так как это все-таки локальный имеет характер, но в то же время все условия для выпадения града были. Это высокая температура у земной поверхности 30-34 градуса, низкие температуры до минус 12 градусов на высоте 5 километров. Однако лето не заканчивается, июль все-таки считается самым теплым месяцем года, и тепло еще вернется.